Ну а президент России Владимир Путин стал самым востребованным лидером саммита Большой Двадцатки. К такому выводу пришли аналитики телеканала CNBC. Важно отметить, что этот канал специализируется на бизнес-аналитике. Обозреватели CNBC отметили присутствие Путина в первом ряду на общей фотографии глав государств. Кроме того, без внимания не остался и насыщенный график российского президента. Путин успел переговорить с лидерами Великобритании, Германии, Китая, Саудовской Аравии, США, Турции и Франции. Накануне саммита он встретился с главами Австралии, Республики Корея и Японии в ходе экономического форума во Владивостоке. Канал CNBC американский, поэтому в репортаже внимание уделили встрече Путина и, конечно, Обамы, которая прошла накануне без прессы. Тогда обсуждали урегулирование конфликта в Сирии и на Украине, которые, цитата журналистка телеканала, вызывали основные разногласия между Россией и Западом в последние годы. В общем и целом, прошедший саммит называют успешным для президента России.